Чаще и чаще я начал встречать в интернете информацию о том, что русские военные, и, по-моему, даже Кадыров, и, по-моему, даже награду объявили. По-моему, даже Кадыров. Но я не помню точно где, потому что информации много и часто встречаю ее. Так вот, ищут Бандеру. Ну, я не знаю, насколько они тупые и насколько это правда, что они думают его поймать. Вот. Но думаю, что такой деятель не может рисковать своей жизнью в настоящее время. Вот. И, скорее всего, он находится, наверное, где-то в Европе. И именно оттуда руководит военными операциями украинских войск, вот, а также теробороны и вообще всем, что здесь происходит, скорее всего, через Зеленского. Вот. И я так подозреваю, что вы его никогда не найдете. Так что хер вам, а не Бандера.